Александр Леонидович Андреевский, пожалуйста, ваш комментарий. Ну, что касается игры, первый период, я считаю, мы сыграли хорошо, владели преимуществом, были у нас моменты. К сожалению, не забили в концовке, пропустили в меньшинстве. Можно даже сказать, такой гол в раздевалочку. Вот. Но самое такое, это мы, я считаю, мы проиграли сегодняшнюю игру за где-то минут 12 концовки второго периода. То есть дальняя лавка была, у нас там немножко на сменах Шахтер подловил, вот, с контратаки забили, то есть конец отрезка у нас был. Вот, и, к сожалению, вот в это время, я считаю, мы проиграли игру. Спасибо. Андрей Леонидович Бусов. Соперник мощно начал, были посвежее в плане движения, чем мы. Первый период, соглашусь с коллегой, проиграли полностью, там по броскам и по, повторюсь, по движению, да. Вот. Но тем не менее, правильно и грамотно сыграли в зоне обороны, не позволили сопернику забить. Но второй, третий период, считаю, что преимущество наше было, и, в принципе, концовка уже счет был 4-0. Соперник практически ничего. Мы не позволили сопернику что-то делать. Накопилась усталость, очень сложный месяц, накопилась усталость, видно уже, что хоккеисты уже физически немножко подсели, ждем перерыва. Хотя еще 3 игры перерыва.